הפנינה בת שרה זכרה לברכה מנוחתה בגן עדן. Конечно, это не случайно, что мы сейчас находимся в самые тяжелые дни для нас, для еврейской общины. Бена Мецари между 17 Тамуза и 9 Ава. Самый тяжелый случай, самый несчастный случай как раз произошли в эти три недели, в эти тяжелые дни. Через несколько дней воскресенья евреи по всему миру будут отмечать Тиша Беав. Самый трагический, самый траурный, самый печальный день у нас, у евреев. Евреи в этот день были наказаны в пустыне, и 40 лет должны были быть в пустыне. Все то поколение, каждый 9 Ава умирали, пока не скончался то поколение, которое было в пустыне. 9 Ава мы потеряли первый храм, и евреи были изгнаны. 9 Ава потеряли второй храм. И до сегодняшнего дня мы находимся в тяжелейшем изгнании. И много другие тяжелые несчастные случаи произошли еврейскому народу как раз в этот день, день Тиша Беава. Воскресенье. Как раз в субботу вечером у нас начинается этот пост. Мы не кушаем, не пьем, не накладываем косметику. Муж с женой не имеет отношений, не одеваем кожаную обувь, не умываемся. Особые молитвы, кинот, Мегилат Эха, который читается и вечером, и утром. И в нас мы вспоминаем о разрушении самого святого, это святой наш храм. Сегодня ровно год, как нет такой прекрасной женщины, как ваша мама, бабушка. К сожалению, я ее лично не знал. Но мы все можем посмотреть на детей. Сколько у детей Дерех Эрец, сколько у детей Тора, сколько у них духовность. Сколько порядочность. Сына Валома Наше мы знаем уже много лет. Каждое утро приходит к нам в синагогу. Каждый вечер дневные молитвы, вечерние молитвы. И ни один у нас лишнее слово не слышно. Видно, какой человек порядочный. Видно, какие корни. Видно, какое воспитание. И, конечно, мы знаем ваших сестер, дочерей. И мы видим, каждый из них соблюдает сниют, каждый из них шомер шаббат. Так приятно видеть на уроках у нас, когда у нас уроки, всегда первые, кто приходит, это как раз вот эти прекрасные женщины. Видно, сколько у них Тора, сколько Дерех Эрец. И, конечно же, видно, какая была эта мама, что смогла передать так много святости этой семьи. И, конечно же, гордость нашей общины – это Рав Даниэль Коэн, Барух Хашем. У нас сейчас в общине намного больше соблюдающих евреев. И многое – это благодаря Рав Даниэль. Так много пары, так много молодых, так много ребят сейчас соблюдают Тора, Мицвот, Шаббат. Или они посещали лекции Рав Даниэля Коэн, или они его слышали по интернету. Его лекции и так далее, и так далее. Рав Даниэль Коэн, Барух Ашем, у нас сейчас, в нашей общине тоже много раввинов. Но раввин на таком уровне, как Рав Даниэль Коэн, есть у нас только один, это Рав Даниэль. Который имеет так много знаний, так много Тора, который день и ночь сидит и изучает и передает свои знания всем окружающим. И несмотря на это все мы имеем его скромность. Нам нужно было утром открыть летом колель. Первый обратился Рав Даниэль Коэн, потому что я знаю, как он сможет передать нашим молодым. Никто другой не сможет это сделать. Я знаю, он очень занят. У него свои занятия, свои уроки. Он сейчас строит огромный бет-мидраж. Он все равно согласился. Я спросил Рав Даниэль, сколько мы вам должны дать. Он говорит, за Тору я не беру деньги.
каждое утро, с воскресенья по пятницу, он после молитвы у нас полтора часа, без никаких interruptions, урок. Десятки молодые парни приходят, чтобы услышать Еврей Элохим Хаим и воспринимают это. Вам, рав Даниэль Коэн, огромное-огромное спасибо за это. Беэзрат Ашем, дай Бог зивуг агун, и дай Бог, чтобы в скором будущем Беэзрат Ашем окончилось у вас строительство. У нас будет бет мидраш, бет кнесет лемуфет в нашей общине, которую вы будете возглавлять. Ежедневно будут там уроки. Оттуда Беэзрат Ашем ежедневно будет Еврей Элохим Хаим. И Беэзрат Ашем, дай Бог, чтобы это все было лейлю нишмат. Ваши бабушки, ваши мамы, захвали в рахам, в рахатам дэганэлэй. Хазак барух.